человеческого общения. Все чаще и чаще мы общаемся в интернете. Артур, скажи, а твоя мама часто ходит в интернет? Ну, бывает. Тогда и твоей маме очень полезно будет стать гостем следующей программы под названием «Замечательная мама». Кристина Андреевна, вам слово. Дорогие, не проблемный я ребенок, говорю об этом всем. Даже мама подтверждает. Правда, мама? Не хочу сейчас обедать, лучше я конфеты съем. Улыбаясь, мама скажет. Без проблем. Я принес 4 двойки, а 5 нет совсем. Мама, не молчи, что скажешь? Все в порядке? Без проблем. В доме страшный беспорядок. На полу размазан крем, не хочу я убираться. Можно, мама? Без проблем. Знаю я, что такую маму захотелось сразу всем. Подключайтесь к интернету, и все будет без проблем. Внимание на экран. Спасибо, мама, у вас замечательно получилось.
Ученики, наши родители, уважаемые коллеги, учителя. Такой прекрасный светлый праздник. Не хочется быть в этот день директором школы, честно-честно. Хочется быть просто мамой. Мамой уже взрослой дочери, которой маме в детстве мало досталось, потому что мама все время работала. Я вышла из декретного отпуска, когда моей дочери было 4 месяца. Я работала заместителем директора по воспитательной работе, примерно так же, вот, как Ольга Николаевна сейчас, ее дочка рядом с ней. Поэтому, мамы, что хочется сказать сейчас, как я бы хотела вернуть это время и больше побыть с дочерью тогда, когда она была маленькая, а не тогда, когда она решает уже свои взрослые проблемы и пытается быть очень самостоятельной и независимой в Москве. Тем не менее, как ни странно, именно сейчас она, наверное, понимает, что с мамой нужно быть подругами, и мама никогда не захочет ей ничего плохого, и мама в то же время ей доверяет. И мне очень хотелось бы, чтобы вы доверяли своим детям, верили в них и как можно больше общались. Не случайно сегодня было про этот вездесущий интернет, который отбирает у нас наших детей. И, наверное, это правильно, что в этот красивый святой день мы поднимаем этот вопрос. Еще хотелось бы пожелать прежде всего, конечно же, здоровья. Здоровья и мамам, здоровья и детям. Потому что тогда, когда наши дети болеют, мы болеем еще больше, чем они. И хочется пожелать счастья, чтобы в каждой семье были живые, здоровые, счастливые мамы, и с ними были их дети. И мы остаемся детьми до тех пор, пока живы наши родители. И поэтому своей маме я звоню каждый день. Если я этого по какой-то причине не сделала, у меня такие угрызения совести наступают. Я это пытаюсь, когда в командировку перепрочить на супруга, ему потом пишу в WhatsApp. Но мама не может пользоваться WhatsApp. Ты маме позвонил, сейчас моя мама на двоих у нас одна. И очень хотелось бы, чтобы это уважение к матери ваши дети принесли вы сами через всю жизнь. С праздником здоровья, любви, общения со своими детьми. И чтобы вы как можно дольше могли поднять трубку и сказать: «Мама, как дела?» А ваши дети позвонили вам и сказали: «Мама, я тебя люблю». И вы этому не удивлялись, а были просто счастливы. С праздником! На празднике у нас есть и номинации. Поэтому номинация такая: самая активная мама. И мы хотели бы сказать слова огромной признательности и благодарности, потому что эти мамы не просто выполняют функцию своих мам, они такие общешкольные мамы, потому что они переживают и болеют за каждого ребенка в школе и помогают сделать жизнь в школе насыщенной и интересной.
Оля Сканиховна, это вам. Спасибо огромное вам. Ивашкевич Юлия Николаевна, примите слова благодарности за сотрудничество с нами. Примите слова признательности от нас.
обещание. И по традиции прогноз погоды. На территории нашей страны сохранится солнечная погода. В ближайшие дни осадков в виде головной боли и слез не ожидается. Милые мамы, помните, что сразу после осени наступает зима, а после зимы наступает солнечная весна и яркое лето. Дарите окружающим хорошее настроение, а детям тепло ваших сердец. Мир вашему дому! Очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей.